Здравствуйте, дорогие друзья! Привет всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Лидия. Ну и, как всегда, после длительного перерыва, вот эту тему меня, можно сказать, изнасиловала, заставила осветить моя дочь Даша, которая всегда мной руководит, мой креативный директор, так сказать, режиссер и так далее и тому подобное. А предметом сегодняшнего видео... Мне казалось, эта тема очень скучная, все получилось спонтанно, имеется в виду, что неплохо бы снять на эту тему видео. Зашла речь при просмотре фильма там, или передачи какой-то, я уж не помню, о мировых судьях. Даже, о, а что это такое? Ну, вот так, так и так и так. Ей показалось это интересно, но не знаю. По крайней мере, донести суть судебной системы в современности, ну и немножечко экскурс в историю, как без этого, я постараюсь осветить, дабы народ знал, что, куда и почему. Ну, преснопамятно, так сказать, 70-е годы, когда я начинала работать в прокуратуре еще, все было ясно и понятно. Был закон о судопроизводстве, был уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный кодекс, административный, чуть-чуть, совсем отдельным кодексом даже и не было. И поэтому как бы строго вертикальная такая ветвь, суд, это начиная с районных городских судов, далее идут краевые, областные, как в свое время именовались все эти административные единицы, ну и замыкает, так сказать, верхнюю цепочку Верховного Суда Российской Федерации и тогда Советского Союза. Так вот, значит, все было ясно и понятно, так сказать, мало было единиц, так сказать, в лучшем случае в районе был единственный судья, всего лишь напсего. При нем секретарь, ну, уборщица, как это водится, и судебный исполнитель. Все. Больше, значит, никакого штата в суде не было. Но если город, так сказать, большой, то там поболее. Ну, например, в Абакане в свое время было там пара-тройка судей, ну, не больше, наверное, пяти даже в те годы. Ну, я бы не сказала, что демографическая ситуация как-то бы взорвалась, население бы прибыло, все про это знают, что и по сей пору у нас смертность превышает ожидаемость, поэтому как бы население-то особо не увеличивалось. Но тем не менее, преступность с каждым годом росла и росла, ну, судьи это терпели, дела идут, и никуда не денешься, от них не отбрехнешься, их надо рассматривать и вносить по ним решение. Причем судья... Естественно, рассматривал как уголовные, так и гражданские дела, ну и административные тоже, ну типа мелкого хулиганства и так далее. Вот, но дальше больше, значит, с развалом СССР, с началом, как мы говорим, сейчас говорят, дикого капитализма, когда начали приватизироваться предприятия, когда пошло движение кооперативов, потом частного предпринимательства индивидуального и так далее, ну, подобное. Все это, так сказать, понеслось куда-то. И потому, ну, естественно, мы всегда с оглядкой на Запад, как у них, почему бы и нам такое не сделать, дабы не отставать, хотя бы в этом отношении появилась мысль в верхах о судебной реформе, так называемой. Ну, понятное дело, что реформа требует затрат, безусловно, отдельной строкой буквально в бюджете страны все эти расходы. Понятное дело, значит, правительство наше, партия еще до развала, она хотела, чтобы суд вершил, так сказать, ну, как тогда говорили, наш советский суд самый гуманный в мире. Поэтому как бы надо бы как-то и содержание увеличить, имеется в виду зарплату, в то время как-то все это одинаково, что прокурор, что судья, что начальник милиции, разницы между ними особой не было. Вот, госслужащие, да и все тут. Ну и как-то в других-то развитых, как говорят, мы Америку догоним и перегоним, там где-то конституционные суды положим, а почему бы и нам. Ну тогда вот вновь избранный Верховный Совет вот, начал чудить с голове с Хасбулатовым, так сказать, и начали вот эти идеи возникать. И тогда возник, чего у нас и не было никогда при советской власти, конституционный суд.
Ну, естественно, он не рассматривает там гражданские или уголовные дела, понятное дело. Он чисто занимается только соответствием издаваемых правовых актов, ну, имеется в виду законодательных, прежде всего, актов, это указы президента, положим, ну, иногда и правительства тоже, Совета министров. Поэтому, как бы, соответствие вот всех этих актов основному закону страны, это Конституции Советского Союза, а потом Российской Федерации. Ну, потом, значит, как-то раньше, знаете ли, был госплан, каждому предприятию спускалось, так сказать, определенное количество, дабы выполнить задание, а лучше бы перевыполнить, помните, пятилетку за 3 года, это очень хорошо, приветствуется. То есть каких-либо споров между предприятиями не допускалось, да и не было их. Если ты должен кому-то, выполнил там работу, поставил там какую-то продукцию, в обязательном порядке платежное поручение прошло или платежное требование, неважно, счет денежки сняли и все. И никакого спора никогда между и предприятиями государственными не было, да и быть не должно. Но, как говорю, с началом этого капитализма, с организацией других предприятий, споры такие, безусловно, стали возникать. Что делать? Ну, естественно, есть же в других странах арбитражный суд. Ну, так и нам надо бы непременно его изладить. Изладили арбитражный суд. Вначале, конечно, было несколько судей подобного рода. Надо сказать, что для меня это как-то все это было достаточно сложно воспринимать арбитражный суд, потому что гражданское право, оно вообще достаточно сложно. Несколько томов, и там только основные какие-то положения. И буквально каждая статья, положим, гражданского права, она бланкетная, то есть отсылочная, она отсылает, чуть ли не в каждой статье, если иное не предусмотрено законом. То есть другим подзаконным актом, который регулирует тот иной вопрос, там, право собственности, обязательственное и так далее и тому подобное. Возникли и еще ряд правовых норм в гражданском праве, это интеллектуальная собственность, там расширились авторские, ну и так далее и тому подобное, там еще масса добавилась. Поэтому, как бы, мне казалось, что очень сложно. Вот гражданским судьям я всегда их жалела, потому что, рассматривая гражданские дела, это настолько все вот, просто мозги кипят, потому что разобраться вот во всех этих отсылочных, особенно нормах, достаточно сложно. Громоздкое, очень громоздкое законодательство в этом случае. Поэтому я всегда жалела уже арбитражных судей в общем, думаю, боже мой, это ж надо какими же познаниями обладать, чтобы вот все это держать. Кстати, конечно, справочные литературы снабжались постоянно, испокон веков централизованно все эти сборники постановлений, правительства, ведомств и так далее и тому подобное. Но тем не менее, мне казалось, что это непроходимая чаще, непроходимый лес, и решать подобного рода экономические споры достаточно сложно. Сложно почему-то, потому что если они пришли к соглашению, обычно порядок таков, направляется там должнику или по спорному моменту в начале претензия, эту претензию, значит, рассматривает это предприятие или предприниматель, если он с ней соглашается, он удовлетворяет, если нет, значит, он пишет возражение, ну и понятно, если спор возник, то стороны не приходят никак к соглашению, и вот найти вот это вот Соломоново решение, примирить стороны, вынести решение, которое бы устраивало обе стороны, это достаточно сложно и в психологическом плане тоже. Значит, арбитражный суд. Ну, я уже говорила, что отдельной строкой, отдельным законом регулировалась деятельность военных трибуналов, или сейчас их называют военные суды просто-напросто, вертикаль тоже такая, военная трибунала при больших воинских частях, военные судьи там свои были, никто к ним не совался, военный прокурор, соответственно, тоже отдельная строка, и в генеральной прокуратуре, как правило, как заместитель генерального прокурора, это военные коллегии, так сказать, председатель, вот так. То есть, рассматривая кассационные, надзорные, в надзорном порядке дела, вот все эти инстанции. Дальше. Потом чуть попозже, в ходе этой самой реформы, возникли, кстати, ювенальные судьи. Ювенальные, то есть только по делам несовершеннолетних. Понятное дело, что судопроизводство, оно отдельной главой в Уголовно-процессуальном кодексе по делам несовершеннолетних.
И поэтому есть там масса всяких нюансов, которые необходимо учитывать, ну и, соответственно, опыт определенный. Понятное дело, что судья, который специализируется на рассмотрении именно таких дел, ну, наиболее, так сказать, от него и отдача. От косяков может быть меньше гораздо, чем у любого другого, на которого валом просто катит волна всяких разных дел. В свое время и гражданские и уголовные дела рассматривал один судья, поэтому, конечно, достаточно сложно вникать. Бывали множественные ошибки и так далее, которые Верховная инстанция поправляла, ну, соответственно, по ОПИ давала. В обзорах и прочих делах их упоминали в негативном смысле. Ну и учитывая вот этот все возрастающий вал дел, как уголовных, так и гражданских, тогда пришла идея. Но она есть в западных странах, это мировые судьи. То есть надо бы разделить дела, ну как они вот тяжкие преступления, средней тяжести и малозначительные. Это по мере наказания, будем так говорить, распределяется, это указано все эти статьи и критерии в уголовно-процессуальном кодексе. Так вот, в уголовном кодексе ранее. Вот, решено было, что вот такие вот наиболее распространенные, занимающие, можно сказать, львиную долю работы судей, ну, во-первых, разделили на гражданских и уголовных, там, где несколько судей, значит, отдельно судьи рассматривали гражданское дело, отдельно уголовное. Ну, а дошла очередь и до того, что выделили в отдельную структуру мировых судей. Их теперь стали назначать, потому что они стали рассматривать дела, ну, мягко говоря, малозначительные. Их много, конечно, но они не так сложно. Это, прежде всего, бракоразводные, конечно, дела. Это дела о мелком хулиганстве, там и о первой части, положим, 26-й бывшей. И так далее, и тому подобное. То есть вот такие вот причинения, там, вреда здоровью, легкой тяжести, безустройства здоровья. То есть вот типа уголовного, административного, те, которые, по которым проводится милиция дознание, полиция, вернее, так. Предварительное следствие не требуется, в основном вот такого рода категории. То есть вот такой вал пошел на мировых судей. Но от этого, конечно, федеральным судьям стало не легче, потому что дел становилось все больше и больше, с каждым годом их количество увеличивается. Насколько я знаю, на сегодняшний день они просто завалены, несмотря на то, что вот произошла вот некоторая разгрузка за счет мировых судей и так далее и тому подобное. Такая вот градация между ними. Ну, как в Конституции записано, судья, так сказать, независим и подчиняется только закону. То есть ни в коем случае районные городские, то есть федеральные суды, они не подчиняются Верховному суду никак. Есть дисциплинарные коллегии при каждом суде, например, республиканском или краевом, там, областном, они рассматривают дела о дисциплинарных проступках судей, если он совершил дисциплинарный проступок. Но вышестоящий суд ни в коей мере никогда не может влиять, ни в коей мере не может влиять на принятие судей того или иного решения по тому или иному уголовному либо гражданскому делу. Есть, конечно, верховные суды, они постоянно занимаются обзором судебной практики, то есть требуют дела той или иной категории, актуальны, положены на их взгляд на сегодняшний день, изучают эту судебную практику, то есть и квалификацию, и меру наказания, и учитывают, как суд иные обстоятельства, там смягчающие, отягчающие и так далее. То есть приходят к каким-то выводам, к каким-то тенденциям и выносят по этим вот обзорам постановления соответствующие. Они, конечно, никак не... Это не закон. Конечно, это не закон. Это просто, ну, руководство к действию, мягко говоря, да? Но, тем не менее, суд, конечно же, обязан, так подспудно обязан использовать каждый судья все постановления вышестоящих судов по тем или иным вопросам, по делам преступлений против личности, это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и так далее и тому подобное. Вот эти тенденции, вот эти вот рекомендации, которые в этих постановлениях указаны, судья, конечно, должен принимать во внимание, ну, если они не отменены на сегодняшний день, конечно.
если не поступило в новых постановлениях. 10 лет назад было одно постановление, а на сегодняшний день оно будет совершенно иным. Как, например, меня когда-то даже возмутило, дела достаточно сложные, это, например, получение дачи взятки и сбыт наркотиков. Вот, вы знаете, иным, это, так сказать, латентная, будем так говорить, преступность, то есть скрытая. Об этих преступлениях не заявляют, вы все слышали, в милицию, никто в полицию не бежит и не кричит, ни у прокурора, ни у кого, что быстренько-быстренько возбуждать уголовное дело, вот такие-то признаки состава преступления. Нет, конечно, потому что все это тайна, все это скрыто, и ни та, ни другая сторона не заинтересована, это, ну, ту же взятку. То есть взятку получил, взятку дал, если ты дал, то ты тоже несешь уголовную ответственность. Ну, в том только случае, если ты не известил добровольно об этом акте, ну, в случае вымогательства, то есть. Исключает случай вымогательства, но вымогательство это, конечно, это угроза убийством, там, шантаж, причинение тяжкого вреда здоровью себе или своим близким и так далее и тому подобное. Вот и все. И поэтому, как бы, если оперативным путем, будем так говорить, возникало подозрение, что то или иное должностное лицо получает взятки. Информация такая есть, но как ее поставят на официальные рельсы? Как я говорю, что редко это случай, только вымогательство. Редко кто заявляет о подобного рода деянии, поэтому, так же, как и о сбытии наркотиков, потому что сбывает тому, кто нуждается в оном, и он никак не заинтересован говорить о том, что ему настолько это нужно, что он платит дикие деньги вот этому сбытчику. Поэтому спокон веков, так сказать, обставлялась дача взятки и получение, положим, наркотиков с помощью, ну, операции, будем так говорить, оперативно-розыскной. Если стало известно, значит, о даче взятки предстоящей, то, естественно, проводится работа с тем, кто намеренный датель, и, соответственно, там метят деньги, ну, вы знаете, читали книги и смотрели фильмы, как это все обставляется, значит, вручается эта самая взятка, ну, и тут с поличным, тут наскакивает с понятыми оперативники, все это фиксируется и так далее и тому подобное. То же самое и с наркотиками. Значит, свои люди, своя агентура приобретает он, и тут, опа, их задерживает и того, и другого. Так вот, без этого как бы дел таких и не бывало никогда, без подобного рода вот оперативных мероприятий. Однако сейчас как-то суд, ну, видимо, сверху это пошло, как-то нам не глянется, знаете ли, это провокация. Вы лучше предупреждайте, извините, а нечего хватать, когда уже человек, так сказать, готов это взять. Вы предупреждаете, профилактируете, дабы никто не брал, никто не получал, и никто не сбывал и не приобретал наркотики. Вот тебе на. Это как это? Вот как это? Вот мне лично это непонятно. И я знаю, что несколько дел, как мы говорим, лопнули в суде. Поскольку суд признал за провокацию, исключил вот все эти оперативные мероприятия, доказательства признал их ненадлежащим источником, вот и все. И гуляй, Вася, получатель взятки, избытчик наркотиков и так далее и тому подобное. Мне понравится, что наше общество, ну, никак не оздоровеет от подобного рода вот таких вот инсинуаций, когда суд встает в такую позицию. Ну, конечно, хорошо бы как-то профилактировать и как-то другим путем, но по-иному никак. На то и они оперативные мероприятия, дабы их приводить в жизнь. Все это регламентировано, вы знаете, законом об оперативно-розыскной деятельности. Свято должен соблюдаться. И раньше ни у прокурора надзирающего, ни у суда вопросов не возникало. И вот тяна, теперь вот так. Ну и последнее, что должна сказать, это иммунитет судей. Тут уж, так сказать, корпоративность прям вот тут насмерть стоят, насмерть. Потому что не то, что привлечь судью в уголовную ответственность, боже упаси, даже возбудить уголовное дело по, значит, какому-то факту, ну, я не говорю о взятке, я, например, говорю о злоупотреблении служебным положением, бывает такое, либо там еще, правда, таких дел на моей памяти было одно всего за 30 лет, но тем не менее. Значит, иммунитет таков, что только Верховный суд
Российской Федерации сейчас, ну или Советского Союза, может дать согласие на возбуждение только уголовного дела. Причем, вот, ну как у меня, например, было отношение судьи, собрать материалы. Что такое проверочный материал? Для проверки материала, если поступил какой-то сигнал, официально будем так говорить, то дается по уголовно-процессуальному кодексу трое суток, 10 суток. Если требуется большой объем, месяц, это все максимум. Вот попробуйте за 3 дня, за 3 суток собрать проверочный материал в достаточной мере, чтобы было очевидно, что основания для возбуждения уголовного дела есть, они достаточны, и можно давать согласие на возбуждение. Только на возбуждение. Это не значит, что он будет привлечен к уголовной ответственности. Это песня отдельная совсем. Вот, я замоталась в генеральном прокурор, потому что только генеральный прокурор может войти с ходатайством вот, дачи согласия на возбуждение положенного уголовного дела, а потом дальше еще и на привлечение к уголовной ответственности. Боже мой, тома бумаг, вот просто невероятное количество, да не один раз. Направишь генеральному вот такую сопроводительную ответственность, где все распишешь, соответствующие ссылки на какие-то документы. А ведь это еще не следственное мероприятие, не следственное действие, только объяснение там, это же не доказательство и так далее. Вот, нет, потом пишут, звонят, шлите еще, и так, и этак, и по-другому, это просто вешалка, когда, и поэтому судью достаточно сложно. Ну, депутат тоже, например, обладает тем или иным иммунитетом, но там как-то попроще, будем так говорить. Вот, а с судьями-то достаточно сложно. Ну, может быть, это все потому, что они как бы, ну, должны восприниматься в особом порядке. Вот, что судья – это такой человек, обладающий высочайшими моральными качествами, познаниями и так далее, потому что судьей может быть назначен только человек, достигший 25-летнего возраста, имеющий стаж работы юридической не менее 5 лет, будем так говорить. Более того, значит, уже с давних пор судью может назначить только президент. Указом президента назначается каждый федеральный судья. И никак иначе. Таким вот образом. Ну, естественно, заслаливается там масса документов таких всяких, когда рекомендуют подобного рода человека на эту должность. Ну и предполагается, что он должен обладать просто вот сверхчеловеческими качествами, сверхчистыми, сверхморальными, сверхэтическими и так далее, не говоря уже о профессиональных. Вот. Ну и понятное дело, что стало немножечко легче им работать, потому что ввели раньше так, как судья и секретарь, все, он только протокол секретаря ведет, да, повестки рассылает. А ввели, так сказать, должность такой помощник судьи, с юридическим образованием, естественно. Он как бы призван готовить какие-то, ну, основу для приговора, для решения суда. В свое время поговорили, что исследователи тоже помощники придадут новые, потому что работа канцелярская просто бумажная, она в ней тонешь. Помощники. Ну, как я слышала, судьи жалуются. Достаточно редко толкового помощника можно получить, потом от него, так сказать, уже не избавишься, конечно, куда же его девать. Так и мучаются бедняги, сами все делают, будем так говорить. Это служба судебных приставов образована была, как я уже говорила раньше, что вот судья, вот судебный исполнитель, исполнительные листы, значит, на основе решения суда выписывает, рассылает, вот и все. Ну, аресты тогда в свое время как-то на имущество были не распространены. Что есть, то есть, но то, значит, тем имуществом и расплачивались, если таковое есть. Теперь давно уже организована служба целая судебных приставов, целая куча их там занимается исполнением судебных решений и так далее. То есть как-то участь судей постарались несколько облегчить. Материальное снабжение тоже стало куда как. Денег на строительство раньше, что в Халупке-то где-то как-то в каком-то закутке, ну не хуже, как и прокуратура, например, в районах, да и милиция не блистала, помещения ветхие, барачного типа и так далее, то тут уж понеслось все, начали строить. Если раньше, например, вот у нас в Абакане одно здание 4-этажное, на 1-м этаже отдел юстиции, ну там еще столовая, да, там отдельчик такой небольшенький. Теперь целое министерство юстиции у нас, которое ведает только материальным обеспечением судов. Это бумаги раньше, ручки, знаете, телефоны и так далее и тому подобное. И только.
Ну и зарплату начисляют, понятное дело. Достаточно было там пару-тройку этих работников, вот и все. Теперь целое министерство, так сказать, юстиции. Так вот, значит, у нас как здание четырехэтажное? На первом этаже отдел юстиции, ну и там всякие разные еще. На втором этаже городской суд, небольшенький, два судебных зала заседания. На третьем этаже Верховный суд. Ну, раньше областный назывался, теперь уже целый Верховный суд этаж занимал. Тоже два зала судебного заседания. И четвертый этаж, в смысле, четвертый этаж, ой, пятиэтажный, четвертый этаж – это городская прокуратура, чуть-чуть республиканская, пятый этаж – республиканская, ну, там бухгалтерии всякие, хозяйственные и так далее. Все умещались, то есть вся вот правовая система, она умещалась в одном здании, в таком не очень-то большом. Зато теперь городской суд располагает пятиэтажными, значит, пролетами, да, такими буквы «Ж» там пристроили, достаточно большое. Верховный суд отгрохал себе пятиэтажное, огромное здание за дружбой. Да. Вот. Арбитражный суд вообще колоссальное. И вот так. Количество, конечно, штатная единица увеличивается, но прям не настолько, чтобы размещались просто с такой роскошью. Материально обеспечение, конечно, тоже на высоте. В том числе они отличаются, судьи, содержанием своим и по зарплате, и потом и по выходному пособию тоже такую. Ну, работников прокуратуры порядка в 4-5 зарплата больше. О выходном пособии я уж не говорю. Правда, я бы не сказала, что на это выходное пособие, когда судья уходит в отставку, можно, например, купить халупку какую-нибудь однокомнатную в Москве. Далеко нет, конечно, но... На взгляд, кстати, обывателя, нормального такого среднего человека, это достаточно приличная сумма, порядка 3 миллионов или вот такой. Причем она индексируется у них ежегодно. Вот что интересно. Если я вот получила пенсию, пошла в отставку с прокуратуры, как она была, так она как бы и осталась-то. Та же самая уже 10 лет. А судей нет. Судьи каждый год, чуть ли не ежеквартально, вот этот пенсион, он у них индексируется, соответственно, увеличивается в соответствии вот с ростом цены и так далее и тому подобное. Вот такова наша судебная система в настоящее время. Спасибо всем за внимание. До свидания.